Пенсионный фонд России с 15 апреля приступил к оформлению сертификата на материнский семейный капитал в проактивном режиме. Сведения в ПФР поступают из Государственного реестра записей актов гражданского состояния. После чего пенсионный фонд проверяет и выносит решение по выдаче сертификата. Данные сведения автоматически загружаются в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России, либо на едином портале государственных услуг. И, соответственно, уже семьи могут подавать заявление на распоряжение, а сертификат у них уже автоматически будет вынесено решение. На сегодняшний день у нас 179 сертификатов выдано в проактивном режиме.